присоединиться. 11-й шатер. Поэтические чтения на языках коренных народов России в рамках фестиваля национальных литератур. Все, мы открываем наше чтение, и для, скажем так, чтобы мы все это красиво начали, я приглашаю сюда главного редактора издательства «АГИ» Максима Амелина, поэта и переводчика, который имеет непосредственное отношение к этой программе. Он нам скажет напутственные слова, и мы с радостью и, как сказать, солнечным импульсом войдем в эту программу. Прошу, Максим. Да, добрый день. Очень рад всех видеть. Все это началось с антологии нашей поэзии на национальных языках, которая вышла в 16 году, и в которой были собраны произведения поэтов, пишущих на 57 языках народов России. И тогда же тоже вот были первые устроены такие большие чтения, презентации, антологии и так далее. И вот это все разрасталось и дошло до того, что вот этот фестиваль, который проходит на Красной площади уже не первый раз. И первым мероприятием, конечно же, тоже является поэзия. И я думаю, что вы будете удивлены чтением и разнообразию языков, разнообразию видений мира. И, в общем, всем желаю удовольствия и наслаждения. Спасибо. Спасибо, Максим. И мы сразу так и начнем. Я приглашаю на сцену Магомеда Ахмедова. Прошу. Аварский язык. Дорогие друзья, уже стало такой доброй, замечательной традицией, что мы собираемся здесь и говорим на разных языках нашей многопятной родины. Дагестан – это только страна гор, но и гора языков, и страна поэтов. Поэтому у нас каждый раз здесь бывает большая делегация, и Дагестан представляет себя везде. В этих антологиях 14 языками Дагестана, которые являются государственными языками. У нас их больше, есть более-менее, там 32, если взять всеми диалектами, больше 100 языков в маленьком Дагестане. Я много говорить не буду, я прочту это стихотворение над книгой Расула Гамзатова, называется. Рад хикмата Богу, хикмат ротл Богу, рад ладахлигу тлечеркл Богу битэрханас, хунар халкия Богу, халкатл хунар Богу, хингире хун дуниял дагистанаткум Богу, рак рахараб атидаб, бакт ади анаб токаб, хиту тли пачаликал, мат мехили течеб, маару ицулт инда, рашад матур хун чараб, Хитином хак печучи, чайхи от борцаров. Я тоже сказал, что на русском языке. Это начало. Сих называется Расул Гамзатов. Где наш язык остался в доме плача, когда ты смолк небесный, змыв аул. Ты был поэт, ты все переиначил. У нас два моря, Каспий и Расул. Чем дальше ты уходишь, тем все ближе становишься, а тайны наших гор лишь одному тебе открылись. Вижу, как ты глядишь на недругов в упор. Как любили, как мы любили этот взгляд с прищуром,
для всех влюбленных не было родней симфонии аварского пандура, гамзатовских певучих журавлей. Те строки и рыдали, и лучились, и как ты этот крайний назови, влюбленные всех стран соединялись к краю тобой восславленной любви. С тобой мало и не казалось малость, в любом бессилии прибавляла сил, и даже горечь горькой не казалась, когда ты другу что-то говорил. Но ты ушел, и не жаждут славы, не отточив ни слова, ни пера, бездарные щенки, как волкодавы, ликуют, что настала их пора. Они ликуют, ничего не знача, их песни ветер дунул и задул, где наш язык остался в доме плача, но есть два моря, Каспий и Расул. Спасибо. Спасибо, Магомед. Я приглашаю на сцену следующего поэта, Шарип Цуруев, который представит чеченский язык. Я два присылал. Одно или два? Два. Ассаламу алейкум. Добрый день. Здравствуйте, друзья, коллеги. Я вас всех приветствую от имени членов Союза писателей Чеченской Республики. Это очень символично, что сегодня в центре Москвы на Красной площади звучит поэзия на всех, на языках многих народов России. Это мы, те, кто присутствовал недавно в Эмиратах, Абу-Даби, помнит, мы говорили о переводах, о том, что не все переводится, многое теряется в переводах. Но, тем не менее, сейчас у меня появилась мысль, что все-таки на какие бы языки, на какое количество языков не переводилось, какая-то субстанция, какая-то основа, по-моему, сохраняется все-таки от поэзии. Поэтому это очень понятно всем, доходчиво. Я тоже прочитаю о родном языке и еще одно стихотворение из студенческой тетради «О земле». Ахаяр саннаи цабелла бацалах, бежна бац стиглара, ясна бац базара, цангири юхалург, бяхкина бацара, коллина хиллаи, вайдэйш азалях, аслору дюнянтях, мелдолу меттанаш, ногчим от гуттара са уэзда дозыл, ожали цамгару далятсна меттааш, суматтах дирдуас, Весет дюзели, суматтах нансо, дюхуре хастина, суматтах негандош, дадас акайкин, суматту угри гергерч сасина, сагенах цавиша, дог оле эйна. Ну, на русском языке я не буду читать, там видно. И о земле. Дадахнарш, аздагалюцу, хайлатта, асюха ойль, Удисна цехулу шхвец, тхасинтьям хилли хагойль, санлатта мерка жахтича, шарьо ас кашога бердж, елтикан хьега удича, тхагоутта цха егна бердж, иш аха хайкирах кюлу, мот бюлли упхани голях, цецвилу латта цецвилу, и дерик ахмуха ловутия, цецвилу хамуха латта, Садятта мухниц хоч, мадика духа, айлатта адмидвак, хакира доц. Спасибо. Успехов вам. Спасибо, Шарип. Я приглашаю на сцену Валентину Баван-Куукан, которая представит калмыцкий язык. Прошу вас, выходите. Дочки. Хорошо, давайте. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас всех с большим праздником литературы! Литература, которая объединяет народы всей нашей планеты Земля! Сегодня калмыцкое благопожелание вам, дорогие друзья! Кын тәйірміт, ахныр дейнір, әндір өді өдір, халмігін у өргін, Тегин юраль тадндан.
зудуга мэнка жиргылды, зурган зүйлін хамыгамтна хормады ондин дөрвін сақты бакчы, кезәнкі өвкнерін йосарын кен ахан күн ләт, кен баған әр күлі ләт, көсен күсәт, көліксіндән біша күсіктін. Алтын жола әр гүлжі, алтын халғар йовтын, сансын санантын, номын йосар күтші йовтыға. Барун әліхін дейрән, бамбы сесі күрғатын, зүн әліхін дейрән, зүркін сесі күрғатын, мені ерәл үтхін, шүлікчін ерәл бүтхә. Спасибо, Валентина. Я приглашаю на сцену Фахриддина Гарипсеса. Фахриддин Гарипсес представит азербайджанский язык дербенцев. Прошу. Дорогие друзья, примите привет из самого южного города России, Дербента. Это жемчужина Дагестана, а Дагестан – жемчужина Кавказа. Ну, для каждого это так, наверное. Естественно, стихотворение о Дербенте. Бу шәһәрен күчәләре зарыскал, сакининин үрейсе геништер. Эле бил ки тарих чекип мин сыгал, һәр башыннан нахыш-нахыш кечмиштер. Азмы сине гердин гафил düşмәне, ханы ягыларын янды күр олды, бу ерләр инҗиси гөзәл мөминә. Köroğlu işqində sönməz gül oldu möhtəşəm qalanın ucadaşları. Düşmənə sət çəkən birinci olub, heyrətlə qəd etib çox savaşları. O şəhər üstündə bir inci olub. Səməndər tək məşələnir o dürək, qala şöhrət uzun-uzun yaşayır. Nizaminin həyatında işıq tək, afaq adlı bir ulduzun yaşayır. Bu şəhərin küçələri darısqal, sakininin üreyse geniştir. Ele bil ki tarih çekip min sıgal, her daşından nakış nakış geçmiştir. Стихи о самом дорогом человеке для каждого из нас, о матери. Sana taç deyirler. Bu azdı bence. Dünyanın tacından ucasan ana, min keder çekmisen min bir işkence, fergi yok cavansan, kocasan ana. Kızına ocaksan oğluna kanat, mühtaçdır sözüne nehen kainat. Seninle kurulup bu sonsuz hayat, sen hayat sözünde hecasan ana. Anasız dünyanın güneşi azdır. Ürəyi ağrılı qəlbi nasazdır. Nə qədər ana desə də yenə azdır. Bəlkə sən bu sirri açasan ana. Bir qüvvə tapılmaz qorxuda səni. Yuxuda görmüşəm, yuxuda səni. Fələkdir yaşının axıdan səni. Mənimlə hər zaman qoşasan ana. Sən mənim baharım, həm etibarım. Tanrıdan verilmiş dövlətim varım, məzarlar içində əziz məzarım, bəlkə öz balanı qocasan ana. Sən dağlar içində dağdan da uca, qocalıq yetişib, dən düşüb saça, gələrdim yanına hey qaça-qaça, sən haqqın ocağı ricasan ana. Adım qərib səsdir, doğmadır səsim, ana söyləyəndə gedir nəfəsim. Anamdır gedənim, gedər gəlməzim. Hardasan, deyirəm, hardasan, ana. Стихотворение редко пишут авторы, значит, о стихах, о творчестве. Они обычно бывают неудачными, не знаю. Но все-таки есть стихи, которые когда-то не написал, и они тебе преследуют всю жизнь. Об этом эти стихи. Yanmamışam ateşində, odunda, qafiyəsi qalmayıbdı yadımda, gizlənibdi göyün yetti qatında, göz yaşını silmədiyim şehirlər.
Heç bilmirəm nə vaxt gözü yanacaq. Kəlməsindən qalanmadı bir ocaq. Görən məni harda gəlib tapacaq əzabını bölmədiyim şehirlər. Düyündür kələfi açıla bilməz. Acıdır damağı içilə bilməz. İtib həyatımla ölçülə bilməz dərkanda ölmədiyim şehirlər. Qocalığın üfüqləri görünür. Ümid çamı qah alışır, qah sönür. Hara geçsəm heydalımca sürünür. Bir vaxt yaza bilmədiyim şehirlər. И одно маленькое стихотворение о символе Дагестана, о символе Дербента, это, конечно же, Хазар, Каспий. Пучылты нефесли далгаларым вар, гёллерин данылмаз сонасы хазар. Сене садык калыр шух кагайлар, эй гоча дербендин анасы хазар. Ние гариб седин вақты чатмамыш, сахилде дурмушам юреим гариб. Бәлке талейнә қыза уғрамыш, чахнашыр суларда дилейін ғариб, қәлбім де хәрден сәне бәнзейір. Үмманы сығмаян доғысы жошур, бір далға хей дөнір, кәлмелер дейір, дүзіліп мәнайа қәлбе қоғышур. Сахилин семірсіз, құмын бір аз нәм, ған қалқып сәмая әнірсен қазар, сәнінлі дәрдләшіп бошалды синәм, сән исә бұ дәрді. Нейнирсен, Хазар. Ты куда деваешь всю эту боль, которая тебе падает, Хазар? Я то могу, прихожу к тебе и получаю, значит, новый заряд, оставляю все печали в этих волнах, об этом. Я, значит, растительно скажу на русском языке. Живущие изведали печали, нас радовали, но чаши огорчали. Но все же я осмелюсь утверждать, вот таких прекрасных дней немало мы встречались. Спасибо. Спасибо, Фахриддин. Я приглашаю на сцену Шамиля Абакарова, кубачинский язык. Салам алейкум, дорогие друзья. Добрый день. Я хочу вам прочитать стихотворение Расула Гамзатова. В моем переводе на кубачинский язык. Самужилли уихад, гуанзалжи кичи, Аллах хахамукул акицибле, белик атвуку михай, рушки собаки, чинаудель ахал, дуная шавле, акия кабахулде, какала училь, шумажи каттала ухул шухайле, диля дарла гуанза, ахликаттильжинь, хунарли пухадиль, Рушки бакалле, се муса дель аху, се агу дель аху, амахама аквал, працвейше дуна, бееголаллац алдиль, бицолде пахху, чекалесунаде сабиколт аман. Наута кичи вихад, кумак бакайжуб, ятухумли баквал, я юлдаш аквал, бух хузив натталже, нахши сабсижуб, я абаяхунул, шулили аквал, илвахла Аллахла хунарбухиде, Хумеде этти чула килчарбиди ехул. Гулил тебидул хун улат амаде. Хуне кутву хаки ихталат вихул. Харван качча лахал, агуба лахал. Чайла ху хасан гайли киккулде. Бе губзи мулили шиннак аттикле. Хунаракко чахли ихтала гайде. Бисса акква улбе муғбаддин дицэв. Сихта пусив муссил ахчиитсида, пакшуду вахла гайла тамасабакиб, вивчидик ухубзив ахчи ухида. Ахудамми валла салтала ма'не, амма Аллахи цил биқулдалич аб, джавал нистила гай дубкулду хале, дила ахиррабе сейтал сабагаб. Сили башизибну хиба Дагестан, вахла гай дакужуб уйви хабкале, Дагестан дибала сили бажилдан, уммат ула гайле бахам бухале. Дугун хухкатты жив талады шуме, азий дустум кевжуд гай дидакилтаб, ухудце катты чив дахадил думе, куцакква ахулдил гай видатилтаб. Улкалла хунарре вакиб мактаблиб, вахла гайла дарас такабиши ку, каттум хан ижилдил, Кичулла дикле, миллетла даража гайли сабиқу.
Картвикул Абадиль, Хекузиб Далай, Холлахаре Мутиль, Дам Хумети Дай, Ахсахада Балбика Бьюкул Хайбзи. Гай Хумету Сахиб Пашман Якедай, Инсанни Кадарзиб Аллах Либаку, Нали Хайчибаки Микулдайши, Вахладуна Бухал Паргаттих Бику. Шильцев Муссабака, Гуанзал Жакиши, Арин Бидул Хунжуб, Уит Ашкабитсул, Хаикуа Сакагай Абалакубле, Тенис Сидашан, Хамзат Ларасул, Манахевикатус, Синна Аллахле. Спасибо. Спасибо, Шамиль. Я приглашаю Суянат Мамаеву, кумыкский язык. Прошу к микрофону. Дорогие друзья, я вас приветствую от имени моего кумыкского народа, проживающего в Дагестане. Мы вас очень любим. Салам сизге, мени кумык халкымнан. Агур гече. Не агур гечедир, не агур гече. Сау дюня гечемне айлана чабып. Не агур гечедир. Не ауыр гече, болмайман бу гече, яллығым табып. Гүннемен мин чапхан соқмақлар яшта, маға ошап чаба, гечеме пашман. Яшауға чықмаған умутлар яшғы, түшелер гечеме, терс атқан ташыдай хаясыз яшны. Өзеллер, өзлерден мен йыр ічеген, алғасап ағалар гечеме бағып. Гөр, Кара, бу агур гечени бирден, көтерип куатлы коллары булан. Йырчыдай келеген яңы йыр табып, биреу келе тура, таңны ал шаулалы, юзугун тагып. И еще одно маленькое стихотворение «Сагынным сени». Это мое любимое стихотворение, потому что это затасковало по тебе. Это посвящается каждому из вас, потому что мы, поэты, тоскуем по людям, которые ценят поэзию, слово, любовь, дружбу. Потому что только светлой душой, чистой душой человек может любить слово, которое звучит на другом языке. Мы обнимаем друг друга душой и желаю вам любви, света, добра и сагынным сени, читаю на кумыкском. Сагынным сени, янным, гуйдым, талчыкларым жыйып сага айтмага сүйдүм. Көздериңе карадым, көңүм билеген. Карауыңа жолуктум, хасреттиктен мага өлеген. Сагынч кушу сарктты көклериде. Күнеш күзгү тутту көзүмө. Шунча шүлай сени сүймек, уллу насип дедим өзүм өзүмө. Сау болуңуз. Благодарю вас. Спасибо. Я приглашаю на сцену Сувайнат Курибекову, табасаранский язык. Прошу. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте выразить организаторам этого проекта огромную признательность от имени моего народа. Я пишу на табасаранском языке. Табасаранский язык считается одним из труднейших языков мира. И сегодня он имеет возможность звучать на главной площади страны. И за это тоже огромное спасибо организаторам этого проекта. Ва ибшидар дюня узук, из унч хабкди халак вахтну, чорхси хипу улих миклу, из гаф хабкди ибкуз аклу, ва ибшидар дюня узук, сабфит ханк актар ди гайгу, Дахраисар вахтнан уни, хаквал гап убвардарини, варибдикан кадабтну юк, цинцим галси губгну дерини, ва ибшидар дюня узок. Спасибо. Дальше я приглашаю к микрофону Владика Батманова, лезгинский язык. Прошу.
Спасибо, я вас всех приветствую. Я прочитаю стихотворение о родине. Шмуд варзия такуна зазлизгистан. Даглар илай чахья завай лекерни. Техил цанвай никер юрдар авадан. Ахзур жюре цикет хунвай чулерни. Эсад бурун муради фин париждис. Садас канда ешамешес Дубайда. Завай жедат жухюсанан секиндис. Гаит они ханрик олер хавайда. Лацу бармак алай зиша дагларис. Хар экюнах килиги зунвердиша. Сика катна чешел квезвай багларис. Фиск андасас. И на хартар танишья. Зилез гичил. Вунзас багри дидея. За нех хвана авимихи хоралай. За самур воц колни убавинея. Баха за джеч. Лезги вельц и чалалай. Хар лезги диз. Пак лезгистан вирия. Вацар, даглар, баглар хунвай кужахта. Зибубаяр кэкэйрек эрсейлия. За хамиша зичилер алдамахта. И еще одно стихотворение, колыбель называется. Дах дыхре ахуари квай, тексак оле кузма ек, кэбичахи из лухуз лайлай, ксуза ваши дидет тек. Саисавай эркек бала, ктунава тангарик, дидедикай хабар туши из гала ширин ахуарик. Эчах зава дидедик эп, лухуз ширин лайлайар, сак эпинак эджуреди, чехи жезвару хуяр. Савелети из ватан патал, Хаиф Кадахчанвичи, Жехил беден кудац ал, Кодар иш гаикин, Сахси кайха инже да, Гарданк ирдай душман диз, Вун кукрохиз каняй не да, Вафалу жеч ватан диз, Ахварти из завоз гузвай, Дидеди не калал хуй, Азиз бала, Куйлап вакай, Ватан кудай кхал хуй. Спасибо вам. Кабардинский язык. Добрый день. Кабардинский язык, он же адыгский, он же черкесский. Мы живем в Кабардино-Балкарии, и принято называть наш язык кабардинским. Нас объединяет наш родной адыгский язык. Нас в мире знают больше, как черкесов. И самое главное, что сегодня здесь, на Красной площади, звучат наши родные национальные языки в преддверии большого праздника. Стихотворение о том, что важно для меня здесь и сейчас. Не пеняй на судьбу. Гажом зриту мльха. Гажом зриту мльха. Ерико, ерижа, хач. Пчархуама цехугар. Згажож, заплеж, казапляч. Махор гакош хафиту. Ежа, звуж, зышаж. Вораш залетар зрешиту. Унгож, уганжа, унаж. Гуапхямра, дышамра, хади, дыжинрхах. Уадыгаш, дыгаргайпсих. Уйгажар, хахш. Гажа уяпайтар. Жаджич, ягупсис, хаас. Хахоу зипса зитар. Невасын хужа, ягатхавас. Гунаих, галихуа, хапля, ерипля, псоу. Уаркамушиш, умалихуа, уихар, кагуат, казау, газом зриту мльха, ерикуа, ерижа, хач, пчархуама цехугар, згазож, заплеж, казапляч. Адыгабза, мой родной язык. Дунер кутажми, Ипами жхами, узлалями, язеу жухами,
Уйгухазуми, ягув агонапсир, уйгушхам, кашипшипшими васапсу, зляхаши аш, ежелапау уй аш, шитиншу псар, шимуху уйгурзуа, псахугом пкыршидек осыч ухаха, хат шахужу уйхер бдеуазуми маха, хат капазатми уригакуатсуджау, абдиж унасма, псори капазаджау. Хатхам слижми гурауак обхама, кашихук атехутежну дама. Дунер кутежми, ипами жхами, вауи аш лапса, нахум кихухава. Саси аш кару наху, кару хешу, си адгабзар, сипсам хэль, си лахар. Я приглашаю на сцену Шамиля Лутова, который представит агульский язык. Вечная проблема. Его поможем. Может, я на руки возьму? Повыше чуть-чуть. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Уважаемые участники фестиваля, я вас всех приветствую. Наилучшим приветствием. Ассаламу алейкум. Выражаю вам огромную благодарность и признательность за то, что вы оставили свой, наверное, самый ценный ресурс, который у нас есть в свое время, и разделили его с нами. Прочитаю для вас стихотворение, посвященное матери, самому дорогому человеку, наверное, в нашей жизни. Бау. Бау иркуале, Куран диас, аяти. Вейлка, куси, хазур ди жаннати. Ун калаухуб, зи Аллах дис, минати. Адай ун, дадан ватан, зус, урбати. Улер атай, хаммишан ве, ухшарис. Витарифар акай махлайн рушарис. Бау маржамин рах и гарса ахсарис. Цантук дуил абурхаре паргарис. Алана бау унзус ширин шаухар э. Хили икун уха хамиш гаухар э. Вакай хатав умурдин шад гахар э. Зибау маржам, каспихулин, жаухар э. Ун ибау, иркуран мурад. Акунин, тукаряев сад. Зас дунья мафуна ина. Азиз бау, зи иркаку шад. Спасибо. И второе стихотворение я прочитаю для вас. Дагухил. Хараб дуик кундапуна зи умуд. Вах дагуф и хил хили фацай чугас. Минати вас марка есир ирк удуд. Шау сара и салара карсад бай чугас. Закай шаун хилари и хай лакар. Вал бахил дибинив шатук рукай а. Велакари кехаси дуин тукар. Хи ашкуни заун хадар ирхай а. Уш адина аку атезус тагари. Уархалас чира ярхас кане улер. Уахас лике ашихир арзе ушари. Чабдау алапха мухуббатин хунер. Цупиф атзе минати вас дагухил. Гургур эхекас заул аку хадар. Чалар агай нурари хунабахил. Хар хурей идев зи умурдин кадар. Спасибо большое. Спасибо. Я приглашаю на сцену Алену Колесову. Ивенкийский язык. Добрый день, уважаемые участники. Очень рада
всех приветствовать сегодня. Я горжусь тем, что язык моих предков сегодня прозвучит здесь, на Красной площади. Я представляю Республику Саха-Якутия, Нерюнгринский район. Полярная звезда. Чолбон. Делачака наракин, долборокин, чолбон юдерен. Би ичэнгнэм нуанман, бега дагадун нуан, наридерен. Хоктовой чебдерен. Тугуль дявадяра нуанман. Би муланг нам нуанман. Гукаль сименду чолбон. Элекасипты си бугаду. Ичеткаль сементыки. Би имана кангарбим. Долборокин сименду балеткаль. Хоктово мичевкаль. Симени гирки одяс. Юкаль тугуль дук чолбон. Би эдин маридям. Би бирал дунян гундям. Бугаду чолбон биин. Бугаду элекасипты, нуганнян сини гирки. И следующее стихотворение. Стихотворение о любви. Ламу эгал, биракана яндерен, иныинман буатара бакалдыра. Си урунны, си чарули биинны, си урунны, си атанны эмэре. Би А там синовала чада, сиакель, индяне бия там, гукаль си, урундюнный миндук, гукаль си, а явденный минове. А маргут чипкачары кандера, дон долдинг нам би, хоктовун манавдяран, гундерис си, а явденный минове, гундерис си, минове а явденный. Ильтандяра, а явдярил и нанил, дён дядят бу, имана ундякин. Бакалды дят, окин малда бисинюн. Ильтандяна, нанадям ильтандяна. Нанадяна, ильтандям, нанадяна. Спасибо за внимание. Спасибо. Я приглашаю на сцену Айбулата Сисанбаева. Башкирский язык. Подходите. У нас уже не так много времени остается, поэтому давайте не будем его терять. Алмагад, здравствуйте. Хочу рассказать вам стихотворение о земле, о проблемах, которые беспокоят в первую очередь экологической. Был тубеля олатайым, тапкан юрак давахын, кукрак кирип ер ерлаган, хаклаган уз курахын, был каяла өләсәмдең мәңге ахзары каткан, уралымда ата-бабам гумрендә, көрәшендә, үлемендә бер тапкан. Кырда үскән курай тажын минең каным хугарган, тамырына халкым үзе зарын, моңдарын халган. Был табигать хинекелә, минекелә, бер кемдекелә түгел. Ул мәңгелек, шул кимәлгә үрелһен ине күңел. Ерҙә тормошты кузгатып ята беҙҙең халкыбыҙ, урман тауҙар итәгенә үҙебеҙҙә ятырбыҙ. Күҙ йәштәрем кипмәгән бит, ҡәберемә теймәсе. Рухым барда килмешәктең химермәһен уңәсе. Спасибо. Ну и, конечно, о любви. Минең динем мөхәббәтең, ғибәҙәтханам йортоң. Көн дә бер юлға төшәмен, һиндә табам көн ҡотон. Былай ҙа ҡайнар йөрәккә һәр аҙымым ҡуҙ өҫтәй, нисе ҡараны үтәйем ҡар көрттәрен иретмәй. Бағынаға һүҙендәшәм, йылмаям светофорға, иҫәрлегемде тыймайым, хисемде һалам йырға. Аҙымдар ҙа еңеләйә, күңелемдә яҙ илтәм. Шул яҙҙа тәү күрешкәйнек, хәтерләйһеңме иркәм? Спасибо. Спасибо, Айбулат. Я приглашаю на сцену Ладину Курилову, юкагирский язык. Мочи чай лелек, мед Кириела, Дина Курилова. Ага. Чуть ближе к микрофону. А мочи чай лелек, мед Кириела, Дина Курилова. Мед Улуруадо, Пати Дангодин. Добрый день, уважаемые участники фестиваля, гости фестиваля.
Я представляю кагирский язык. Мой отец — основоположник кагирской поэзии Улуро Адо Курилов Гарил Николаевич. И его стихотворение я сейчас вам прочитаю. Вадун вачил, мукундипа очелен, вадун гюде эндемле, тандачи лел матинен, не побочи натиней, мит яхтепе морелнин, мит лачил валь едейный, а гареки чалай лнин, умор куде сусейный. Манур у аду яхтага, хоролдинин яхтага, локол бурелі чіга, у аду мюнті мерчіга. Алаї лачілпе. Алаї лачілпе, пілчин ме єдині, чи ніче ладінен тон дірен мем дені, там гад неврурен елменіл чингурей, антатлер мед чунгре, іньорі менірній. О, муч ходи ден, чи нічел чай лерейл, і луні погуде поеган агарейл. Мархонь ле угонен, міцокун покікей, ек мархонь ме чумре, тацукінь педугел. Моден тен чумрпе, ліркерен худолні, ламе додіте тен чахі чір нюмолні. Ялгіл вайсеруге, ярхагі сісадір, погоди де кухат эл мюрке пёдендил, ёрпыры тудурул, явнычил ярхарай, антатлер чунгры ул, чаманен чандалхай. Хон и дело чилваль, пёлчин мя кюрчиёл, медхайче ёрл вай, малый рын и чойол. О, ёкет лачил пэчай, лирын малина, чинчил тондилил, метин эл чамбила. Хол летит амуче пёдилней погуде, ахден ула чунграл, чунгры вей каравал. Эулеке эламдей. Йон детке ноллень эу моден эл сугудень, эл кидень эл дуне. Лабан медену де, лабан медену де, лер мархонь вадулке, медьолол лукулней, вейлоди хурулней, энгенен мархонь ле, лугумой обуче. Лабан медену де, лер мархунь сугуде, чак чайнен имиди, яхтеге я тиди, энгенен мархунь ле, люкумуй обуче. Лабын мэдэнуде, лер мархунь мэчунде, эл пэнди лайгуден, эл нилди алгуден. Энгенен мархунь ле, нондемуй обуче. Лабын мэдэнуде, чо леди нулниде, удэк лек мит марул, нарядил эл мюрчон, удек лек нутинек, яхтелек потинек, яхтелек потинек. Я приглашаю на сцену Зураба Бимурзова. Представит черкесский язык. Фимахову. Черкесия приветствует вас на своем гортанном языке, языке, на котором разговаривают все, кто называет себя адыгэ. Первое стихотворение о черкесском коне. Тугузугуз хагур, гурдасэш хот хышак, шэлэтар згады, сади маху ана гурзафар згабцэж, хыбцэй фобиш, шхо утхорн барзичев, Чефер бдзапцау зизыч, зачерт хаву сокур, кура угод сгау гау зидзау калеж, жилдер тхича захиж, хжана бдзау бгару, вама шри зуд, зиудны хрдеп, хак табзар зи лаг, зи гурдзай жакубс хаш хаубс, пакун шел, зи лим яри гатаж, зи лажам бгадамич, чарахуан ханакитх, Харажны саучыта, сауч заум суч, уча гыбзэ згаджа, джарджа ебжим салат, салтанафым хомышх, псар зышхын сиши заку, губгухадау сгинам, синаштар згайж. Садыгыз. Выхат кызям, садыгыз. Хапкыз умахом срибынш, хабзавхам бзэм хакузидгам сиадам хода срибынш, хапкт хыда гажар си лияджаш, адгаш гважар си шалатш,
Бхадамау хазыр шых загочыр си адыгэ губгагилэтш. Адыгэ камар шхагур апсэш, адыгэ сэш хвартхыша жырс, сэс адыгэши си лабжыр гамин хамха халапса жырс. Адыгэ купс хазмышхава, адыгэ ткважы измыфа зэкуапа, яғым қадауы зәгөр дүнем зәвауғам. Си қабардайым қысайға жауы, си шапсығы ұфым сұзады жға көзім. Ядығы жауым, түсі құсаблар қысады жға. Сәфі жамбақы қыс қосыныс, дүнем ләп қылыр сәгө шам. Адығы сұлым қысал құным, яғысау сұғы қазығам. Тхави ғапсу. Спасибо, Зураб. Мы еще буквально 5 минут вашего внимания попросим. У нас осталось еще несколько человек. Мы хотим закончить, да, чуть будем торопиться. Анастасия Шумилова, удмуртский язык, прошу. Тетя Бурейш, я недавно узнала из лекции про удмуртский фольклор, что удмуртский род привык рассказывать короткие истории, так что несколько коротких стихотворений. Алан Гасар. Кам пушкин калыч луллен, шокамес чуслэш на чус, шимырскем кармы вылэ лэжишке азвеч на бус, саурал нюлэс ёсын, чилимзэ кэнжы тыса, чын лэжья кульчо сын, губырскем алангасар. Аждага. Тэди кам вуберган, кам пыцын аждага, кам пыцын вутурын, пумишком кам дурын, кам дурын шургетон вумуртьёс керето, кам шурын пумишко, кам дурын пумишком, в муртьёс ужало байпирдан дащало, пумишком кам дурын, кутчерат пудуры. Кам вуэзо мыртом, милямыз джигыртос, капыртос мешока зуралтем аждага, кам гырда вуберга шумпоте аждага. Пост удмуртьёс. Кышнапалан важе кубы сквара, балкон бусашке мын лямлет чынен, кинке рик шарыш маркевера, кинке сурыдаса пуке кенем, турын кварчайын очырсалэс мусур, кубы скварайу ишкомы моне, джигыртыса мусо пияш кылбур пелям лыдже. Потэм дур ёсме, соленым дур ёсыз борды лякем, но мон сойнтыя приставка пост ля кылышко кыл ёс борды парме, пост этно, пост футура, пост невроз, пост зерпал ёс кужил ёс быджа, шишме пост модернизм, пост удмурт ёс кошко, пост пыж ёсын, пост кам кужа. Тау. Спасибо, Анастасия. Я приглашаю на сцену Романа Яковлева. Кильдинский саамский язык. Можно чуть сократить? Да, я заодно меньше прочитаю. Хорошо. Тирв Куалышканьц. Здравствуйте, дорогие друзья. Мун Немле Роман. Меня зовут Роман. Мун Ял Луяврисит из Мурман Емнесть. Я живу в селе Лавозеро, Мурманская область. Я представляю кильдинских саамов. Куэс абриман альм вэхт луве, куэс абриман термли омп альм, куэс абрьет мун кича алма, куэс абриман мун вэрта тон, куэс абри абр ванцмэнь варвара, мун каль васуль вуйк певле эл, куэс абри вал мун луйка эльмэнь, куэс абриман мун тата пейв, куэс абривал, куккис, янюэсь, надье даной тел, яваска им ледь. Мэйт обравал, кеч хана ом пейв, мэйт обравал, вэхт я кеч лув. Куам пальшэньте, севнь пальпуде, пейв эй куст, вай пяйвэнч пуде, тата вуэтте, миле пуэтте, эм вуэй мун лых гуэтте, касть ли пяйвэнч алих алмасть, касть ли кесть я, касть ли чув, лыши тазлев инхем альмость, лыши вэдзли е мне альн. Так, и последнее стихотворение. Ванса вара полка смильте, каньте мильте ванса мун, копча кумпреть уза мурья, тёза цызать йог галунь. Варчушк хуве, вар пань луве, пей в личилке альн вэхть хуве, уйна эфтись елись пайк, сон лишур я ерьке ак. Юрта мун, дили шурвут, вапты квут, я моджи свут, маньте немле и ялвут, тейта немлев ю лав луяври урт. Сама элса и пакистли, тетта чар, ванк вунтас чар, ванк лекал макерас ведз, вунтас лев мев дзванье кедг.
Вансамун, я юрте шкутте, роам гутте, лавл гутте, шапшамун мин моджи ситить, линче пыни ерке ситить. Спасибо. Спасибо, Мальвина Петровна, Петрова, Мальвина Петрова, чувашский язык. Все, мы уже прям заканчиваем. Здравствуйте, родные, действительно ставшие родные за эти годы мои люди. У нас чуваши говорят, на руках 5 пальцев, все они разные, есть тонкие, есть короткие, есть толстые, но все они разные и действительную силу обретают, когда вместе. Я рада, что мы вместе, что мы умеем любить, что мы умеем дружить и носить добро. Юрца барача, шуга шухан, ущиху пизер идва, татца барача, вирлен тухам, чин явеленне хуравба. Она утланна тюрекамал, тыца барача чальберне, юлдаш пулзасан, щулда щамал, терею парзасан барберне. Везен щулне ущача эмять, щульдевиш се, инже гурза, анхарар жеш, эненер, пелер, кусирин щул, сирин жаба. Кам даган мащ хит вас сказасан, кам магар мащ ира тарзан, анжах пледеп, щул уж сасан, вит меч она моян. Спасибо. Спасибо, Мальвина. И Гульнара Ильясова, крымско-татарский язык, да. Здравствуйте, селям алейкум. Мне очень приятно всех вас видеть и... Я уже не в, получается, я уже участвую, наверное, раз в 5-й в этом фестивале, и вы на самом деле стали для нас большой такой семьей. Спасибо вам большое за этот проект. И первое стихотворение я бы хотела прочитать про наш ханский дворец, хан-сарай. Можем мы одно прочитать? Так? Бах. Урабу хан-сарай, нидже еллардан берле, деварлары чох сыр, сахлай, оларны кымлер бле. Огымде мешур сарай, генч несельны селямлай, талихнын бұр тусудай, ғорурнен бізге қарай. Азбарында кезмеге мен ичун бұбыр байрам, серын елі ескенде кетіре мана илхам. Козлерым мен қапатып, далам татлы хаялға, ханлар девры жанланып, авушам о заманы. Бахчада дульбер гуллер, мунис кокус ачканлар, мансур ширин бейлер, диванга топлангандыр, сераскерлеринен хан, зафер казанып кайта, душманнын иши яман, джейнг мейданында ята, бойле түшінжелерле, турам купур устынде, шувахыт эзан сесі джамиден иштіле. Спасибо, что перетерпели нас. Мы все закончили. Спасибо.